Приветствую всех любителей фидерной ловли. Сегодня уже 8 сентября. Мы находимся на рыбалке. Приехали мы на сазана. Но так как сейчас сазан не клюет, сейчас обеденное время. Время час. Час дня уже. Я решил, выбрал место с умеренным течением и решил попробовать половить подлещика, плотву, что-то мелкое. Для этого я взял с собой фидерное удилище, катушку, естественно, для фидерной ловли. Также живые компоненты, опарыш, червь. Будем пробовать сейчас ловить не сазана, то есть ловить любую другую рыбу. Место я выбрал среди коряк. Вот выход только что был. Это, скорее всего, щука гоняет малька здесь. Вот, поэтому посмотрим. Эксперимент такой своего рода. По прикормке сильно мудрить здесь не надо. Это река Обь. Здесь будет работать практически все. Просто нужно найти место. Далеко от лагеря я не стал уходить. Вот. Поэтому здесь же в прямой видимости мои карповые снасти на сазана. Приехали мы вчера. Погода на эти выходные обещает быть очень теплой. Мы надеемся на это, по крайней мере. И дальше уже на следующей неделе холодно. Поэтому на эти выходные мы на две ночи приехали. Приехали вчера вечером, уже довольно поздно, я особо ничего не снимал, но через 20 минут мы поймали уже одного сазанчика. 4,5 килограмма. Сазан очень быстрый нам попался, что вселяет определенную надежду на неплохой клев. Сегодня с утра по берегу поклевок не было у нас, и никто не отловился. Поэтому мы все-таки надеемся на вечерний выход. А пока сейчас у нас есть несколько часов, я решил посвятить это одной из самых интересных рыбалок. Это фидерная рыбалка. Посмотрим, что нам удастся здесь поймать. Как обычно, на старте мы ограничены в поиске места ловли своим местоположением лагеря, но не ограничены в точке ловли. Поэтому точку ловли я буду выбирать среди вот этих вот коряк. Здесь сильное течение. Кормушки весом 200 грамм, 240 грамм очень сильно сносит. Поэтому дистанция, скорее всего, будет до этого сильного течения порядка 20 метров. Точнее сказать, в зоне умеренного течения. Вот, кормушку я, скорее всего, возьму 100-граммовую, так как у меня удилище до 100 грамм, 120, если быть точным. Ну, плюс корм, можно будет примерно на 100 грамм и рассчитывать. Ну, все легенькие здесь у меня. 80. И емкость у кормушки планируется большая. Я и буду ловить на большую. Не буду делать закормы стартовые, там порядка 10 штук, да. Сразу буду ловить, вот она 100-граммовка, бомбер, пластиковая, очень хорошо корм с нее сходит. На нее и буду ловить. Удилище позволяет, катушка позволяет. Оснастка максимально простая. Я не стал ничего заморачиваться сильно. Просто скользяк, вертлюг и поводок. Все, у меня есть немножко дипов с собой. Оказалось, немножко дипов с собой. Я их взял, как бы, и вот на них, наверное, будет происходить основные диповые все вещи. Из насадки червь и опарыш. Есть еще кукуруза.
Ну, кукурузу мы для сазана приберегем. Поэтому вот так вот. Так что посмотрим. Рыбалка обещает быть долгой, а значит интересной. Еще здесь интересный коряжник присутствует. Можно походить, помакать, поискать щуку. Несколько штук мы уже поймали, небольших щучек. Отпустили их, конечно. Пусть растут. Ну, а сейчас фидерная рыбалка. Так что смотрим. Так, что у нас тут, кажется, подходит? Подходит. Опачки. Варится быстро, блин, 15 минут. И все. Перловка уже дошла. Так, теперь нужно замешать немножко еще прикормки. Рассыпается, надо, чтобы была более липкая. Нужно еще добавить сыпухи. Сейчас немножко дадим настояться. Что-то тут у Костяна клюет, пока он спит, по-моему. Да, что-то подергивает. Давно уже сидит. Слабенькие поклевки. Блин, он еще правой рукой крутит. Ага, что-то есть. Изишка. Товарищ лещ. Он ловит, короче. Костян, ты даже когда спишь, ловишь. Да. Ушел. Да. Снимай. Ну, удар был вот здесь такой. Ты... Хотя я не уверен, что здесь. Да, удар был.
Сазанчик по-любому. Да, ага. Или ясь. 1 кг. Там брова еще, лишь бы не ото. Ты поднимай? Не. Стал. Вот набор, вот. Пусть погуляет. Да, я, он не погуляет, это я. Да? Ну да. Ну ездя тогда не жалко. О, вышел. Ага. Твой, да? Как он так приплыл? Изишка. Погоди, 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 погоди. Погоди. О. Я хотел его запоцачить как-нибудь красиво. Ну сколько это? Грамм 400-500. Блин, сильный, конечно. Да, сейчас. Кашу мою ел. Вон, полный рот. Серега, вот эти ты где брал и почему по сути достали? Вон, видишь, забыл, вон там без свингера стоит. Тоже работает. Три палки, расход. Сейчас свяжем такой вот поводок. Несколько будет стоять на бойл. Я уже начал вязать его. Вот он вот такой вот. От Solar есть такое приспособление, где длину волоса мы без насадки определяем. Я вот буду ставить 24-й бойл, 25-й. Таким вот образом это будет выглядеть. Вот, чуть-чуть подтянем. Или две двадцатки. Если две двадцатки, то это надо волос делать 40 миллиметров. Ну и все, и обычный безузловой узел. И делаем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, у меня прошло 6. Можно проклеить этот узелок, можно не проклеивать. Вот такой вот получился. Длину поводка я делаю очень короткую. Буквально 12 сантиметров. Сзади делаем петлю. Двойную восьмерку. Ставим конус. Лишнее обрезаем. Все, готово, поводок готов. Так как я подаю все же порцию корма, течение очень сильное, я подаю порцию корма в точку. Вот такая вот кормушка, 240 грамм. И вот так на быстросъеме на волосе будет находиться бойл. Основная насадка, конечно, кукуруза. Ну, на бойл я две удочки ставлю. На бойл, чтобы тем самым отсечь язя здесь. Язь очень часто клюет. И он мне не нужен. Поэтому укрупняем все по насадке. Такой монтаж получился. Здесь будет большая-большая котлета из прикормки. Ее постепенно вымоет.
Ну и я сижу в этот шар, поводок пришлепываю тоже, чтобы не захлестнулся. Ну что, идем пробовать. Клубника. Еще банан у них рабочий. Заказывал специально, потому что мне сказали, что на Аби имеет высокую аттрактивность. Диповать ничем я не буду. Нет смысла. Цель этого было не привлечь рыбу все, что, а отсечь мелочь и хорошо пошла. Все на дне. Так, сейчас тушеночки подогреем с яйцами и будет ужин. Рыбу я уже закормил, шаров немножко налепил. Надо и себя покормить, так что будет нормальная еда. Ничего горячего сегодня не ел, но будет само то, что нужно. Так, соли нету только, ну, тушенка соленая. Красота. Вечер начинается, должен быть выход рыбы сегодня вечером. Вчера мы в это время примерно приехали и по берегу описывали, что там он в тех он краях, вот тот берег, сазанятники все сидят. Где-то был выход в 6 часов вечера, сейчас уже 6:30. В общем, ждем. Что это было? Очень похоже на поклевку, но это не сазан. Я даже доесть не успел. Ну а там бойл стоит. Ну. Блин, если он укололся и ушел. Ладно, проверяем. Что такое? Там рыба сидит. Кажется, там рыба. Ага. Рыба. Сазанчик. Хе-хей. Вот он, сазанчик. Мне нужен подсадчик. Блин, двушка. Thank you.
меня подсадчик далеко. Тихо. Вот подсад далеко. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Опа. Вот и я сазана поймал первого в этом году. На бойл. Этот вообще, по-моему, ну, небольшой. Класс. Еще какую-то удочку зацепил. Засечка за верхнюю губу. И очень так сидит чуть-чуть совсем. Блин, я за другую удочку зацепился. Как сейчас вывести-то его? Тихонечко. Пробуем, пробуем. Опа, опа, тихо, тихо, тихо. Малышок! О! Отлично. Ну, заковырялся. Yeah. Не зря, значит, я кормил. Огонь, первый сазан. И сошел в подсаке. Хорошо, что освободился от грузила. Кормушка сошла. Супер. На, вот такой маленький сазанчик на такой бойл. Супер. Вот он, этот выход сазана, про который я говорил. Ну, тут килограмма два, наверное, даже два нету. О, супер. Фу, блин, я даже не доел, сковородку оставил, бросил, все, побежал. Есть первый сазан. Спустя сутки, пусть небольшой, но, блин, я его ждал. Круто. Ну, теперь точно всем приятного аппетита. Класс. Фотосессия потом. Блин, офигеть. Ну что ж, друзья, вот первые сутки прошли, можно сделать какие-то выводы. Место интересное, проезжали люди, так переговаривались с рыбаками, говорят, что никто не ловил особо. Ниже по течению, выше по течению, с утра было пару поклевок, у нас же были только изи, вот несколько штук, один подлещик. И вот сейчас под вечер я взял сазанчика одного. Ну, классный, конечно. Рыба здесь есть. Здесь интересное место. Еще раз могу повториться. Но осложняется активность то ли отсутствием, то ли погодные какие-то явления. В принципе, в этом году как-то по сазану не слышно, что вы прям отлавливались, прям много ловили или клев хороший был. Я не знаю, с чем это связано. Здесь вот
прям в 20 метрах от нас перетяги ставили ночью, видно было. Ну, то есть народу очень много, рыбаков очень много, нереальное количество. Черт его знает. Может быть, сетями тут все повыкосили. Взял он на сазанчик, взял на бойл, бойл Imperial Baits, клубника 20 миллиметров. Никакой тенденции, никакой статистики нельзя подвести, рыба всего одна. Мы вчера приехали, одну тоже взяли сразу же. Единственное, что после заброса поклевка последовала следом. Я так думаю, что нужно почаще перезабрасываться. Глубина в точке лова у нас не такая уж и большая. Где основная струя, там, конечно, поинтереснее. Там 8 метров. А вот куда сносит наши груза и кормушки, на 4 метрах примерно мы стоим. Ну, в общем, смотрим дальше. Еще вечерка. Может быть, что-то будет. Доброе всем утро. Ну вот, сегодня день, когда мы уезжаем уже. Ночью у меня не было ни одной поклевки. У ребят под утро, где-то часа в 4, взял хороший сазанчик на 6900. Вот. Сейчас двое уехали по хищнику на лодке пробовать. Один, по-моему, спит. Но я только что перезабросился. У меня ночью ни пика, ничего, спокойно. Единственное, андатра тут где-то шуршала. Не давало спать. А так, в принципе, все отлично. Спал я прямо на берегу. Прямо вот так вот. То есть, раскладушка. Ну, то есть, закрывается вот эта вот часть палатки, спальники. Было вообще не холодно. Вот. Ну что, сейчас утро. Пьем кофе. Так как перезабросились, и тут на моторной лодке уже пошумели. Пусть пока стоит часа полтора. Эти часа полтора можно использовать... полчаса на кофе, полчаса, ну или час на то, чтобы прокинуть вон коряги ближайшие, потому что они на лодках поехали по хищнику, а у нас тут своих коряг, вон коряги, вон затопленная береза, у нас тут своих коряг полно, так что смотрим. Осталось, мы здесь до обеда еще, часа в 2 начнем собираться. Ну, будем надеяться на сазанчика, конечно.
Ну и хищника поищем, благо с собой все есть. По фидеру вчера пробовал, вообще ничего не получилось. Посидел на опарыше червя, то есть ни мелкой плотвы, ни подлещика нету. Но этой ночью и язя даже не было. Странно, странно, почему так? Ну да ладно, в общем, смотрим дальше. Ром! Чего? Подтачивай! Нет, мой сломан и там лежит. Как его посадить? Не знаю. Хороший? Не знаю пока. Ну вроде нет. Что? Ну, хороший. Смотри, разматывай. Я снимаю, стою, прикинь, тут всякие эти. У меня поклевка. Там хорошо клюнул? Нет, без паровоза. Я не слышу. Паровоз был? Без, без. Аккуратно, там он, где камера стоит, чтобы нет, не попадал ты в нее. Ну как, попадать можно, просто я имею в виду. Просто как я буду подсачивать, непонятно. Ну разбери другой пока, Ром. По-быстрому. А дело? Вот он стоит в чехле. Вот это? Да, да. Смотри, смотри, смотри. Ну это четверка, вот он прям. Хорошо так стартанул. Может в тот завести? Вон, смотри. Давай в тот заведу. Вот такой. Близко сейчас. Опасный скот. Ну а как ты? Че, получится? Ну, думаю, да. Ну давай. Ладно. Я фрикцион расслабил уже. Ты заводи его? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас он еще пару раз напугается. Вот он близко. Да. Блядь, там коряга. Поднимаю. Блин, ушел под корягой, прикинь. Под деревом подлетит. Прям рядом уже, да? Рядом. Вот он. Попробую заведу. Что, получится? Да. Паркуй. Есть. Ну, наконец-то я поймал своего. Ты не снимал, да? Слушай, принеси, пожалуйста, мат, вон лежит. Возле кормухи. Ну, возле палатки такой свернутый. Чтобы его не заморать, я его сфотаю сразу. Фу, вообще. Ну, все, я теперь уже доволен. А поклевка не паровозил, ничего. Пик-пик. Я просто снимаю эти капельки, хожу тут какая-то тачка. Всякую красоту навожу. А тут бах. Ну они. Сонные, да? Много поклевок, что это просто как. О, вот она сумка моя для взвешивания, а я ее искал. Как подлещик, ее обычно. А достаешь там что-нибудь ложка. Ну тут четырешка должна быть. А, я уже не сильно зайду. Да надо поискать. Огонь. На кукурузу. За верхнюю губу засечка такая. Ну, хорошо сидит, как крючок. Хороший. Красавец.
очень сильно переживал, когда он под корягу ушел. Я тоже. Под пятерку говорю. 4800. Вот так видно. Ну, короче, почти пятера. Значит, личное изобретение Романа. Покажи, как она работает. Значит, колокольчик, чтобы его на 4,5-метровую такую удочку не вешать, вот такую длинную. Он на ниточке цепляется за, цепляется за леску. При поклевке происходит перемещение лески вверх. Леска тянет. Опа! Хорош. Все. И такая сирена будет не только тебя, но и всех вокруг. Если это ночью происходит. Ну что ж, друзья, всем привет еще раз. Мы заканчиваем уже рыбалку. Подходит она к завершению. Сейчас время уже обед. Значит, мы поймали. У меня в активе 3 рыбы. Значит, одна была поймана вчера на бойл. Одиночный тонущий бойл от Imperial Baits, 20-миллиметровый, около 2 килограмм. После этого я поставил из 4 удочек, я поставил 2 на скользящие оснастки у меня и 2 на глухой. И вот на глухую оснастку с бойлом стояла одна удочка, и на нее была поклевка. Так как весь день поклевок не было, и рыбу я поймал практически под вечер, соответственно, я сделал вывод, что отклик есть на бойл, да, и поставил еще одну на банановый вкус, вторую удочку. Сейчас утром первая поклевка была, это рыба на 4900, и поймал на кукурузу со скользящей оснасткой, в том числе там была кормушка, небольшой поводок. Вот, соответственно, после этого я поймал еще одну рыбу на эту же удочку, в этом же месте, тоже на кукурузу. Поэтому бойл я один все-таки оставил, а второй я перевязал, на кукурузу тоже поставил. Сейчас у ребят была поклевка. Мы взяли хорошую 7-килограммовую рыбу, это сазан. С дальней точки он взял. Рома далеко кидает, и, соответственно, из-под коряг, наверное, он вышел. Вот, плюс активность точки очень часто было замечено. Вот у меня здесь играет рыба, очень часто видно, где именно я кормил. Вот, дальше. Что дальше? Ну, время обед, часа через 2-3 мы будем выезжать. Уже, наверное, все удочки соберем, все уберем, упакуем. Точнее, не удочки, все вещи упакуем, соберем, а удочки в последний момент будем выматывать, потому что есть еще вероятность, что будет поклевка. 4,5-4900 рыба, которая завела под корягу. Вот здесь вот есть огромная коряга. Сейчас вот баржа пройдет с щебнем. Либо рыбу шугнет сюда к нам, либо выключит клев нам еще часа на 2. И мы вообще ничего не увидим, что вероятнее всего. Видишь, здесь бойл просто. Тянет, тянет, он нормально тянет. Ага. Он уже близко. Нет, это сазан. Ну, паровоза нет. Пошел, смотри. Левее пошел. Блин, выходи.
Вот он. Сейчас. Я не могу поднять его. Я его не вижу, блин. Ну он прям это. Ага. Так, вот он. Давай, заведу. Сазанчик. Смотри, в чем прикол этого. Держи. Вот так вот, короче, сразу. Раз и все. Опа. Трюндель. Нету трюнделя. Поменьше. Двушка. Два с половиной. Так, ну уже. Куда-то надо. Ну я в мат также его. Ну что, наша рыбалка подходит к концу. Время уже 3 часа. Рыбалка удалась. Все получилось очень круто. Вчерашний день полностью откурили. Полностью не было поклевок. Зато сегодня порезвились. В общем, в зачете у нас 7 рыб. Сейчас был сход. Завела в коряге рыба. Сазанчик небольшой. Мы на лодке попытались его освободить, но ничего не получилось. Ну, сейчас сборы. Это скучное, самое ненавистное мероприятие. Часа через 4 должны быть дома. Собираем все. Сейчас где-то 1-1.5 часа уйдет. Я привык все сразу собирать, мыть, чтобы потом грязные вещи не перебирать снова. Поэтому эта процедура очень долгая. Грузимся в лодки. У нас, мы когда сюда шли, мы кое-как вышли на глиссер. А идти нам порядка 20 километров. Сейчас прикинули, поедем минус 60 килограмм. То есть это вода, бензин, напитки всевозможные, прикормка. Станем легче на 60 килограмм и должны уверенно пойти в глиссе домой. Ну, в общем, спасибо, кто досмотрел. Всем удачи. Пока.